Сегодня я решила вот эту мою кислицу оксалис решила пересадить. Вот у нее какая совершенно крошечный горшочек, а она уже вон какая большая выросла. Пересаживать буду в горшочек побольше. Ну, не слишком большой, но как бы нормальный. Я уже положила пенопласт. Всегда кладу пенопласт для дренажа. Сейчас аккуратненько так обминаю горшочек, вытащу, сниму со дна пенопласт. Ну, конечно, здесь все пропиталось корешочками. Вот они, корешочки. Быстренько на дно насыпаем землю. Методом перевалочки делаем. Ставим это все дело. Аккуратненько присыпаем землей со всех сторон. Так, ну вот. Вот и пересажено. А как реагирует? Сразу стала складывать листики, хотя была совершенно распущенная. А сейчас вот листики, треугольнички уже стала складывать. Почувствовала дискомфорт. Интересно наблюдать за этим цветочком. Кислица или оксалис. Он бывает с зелеными листьями, бывает с вот такими фиолетовыми. Очень красивый. Ну и все. Пересадка закончена. Осталось только полить. И все. Спасибо, что смотрите. Всего вам доброго.